Студентам из КГМИ рассказали о праве и аланской государственности. Межвузовскую открытую лекцию провел заслуженный юрист России Александр Цалиев. Отметил, что вопросы развития государственности остинского народа и его правовой основы имеют большое значение для его исторической судьбы, нравственно-правовой культуры. Также говорили о самом государстве Алании в IX-XIII веках. Александр Цалиев, будучи членом Конституционной комиссии, предложил республику назвать Аланией. Кроме того, он является участником исследовательской группы «Правовой мир Кавказа» и опубликовал по этой теме несколько книг, о чем также рассказал слушателям. Лекция прошла в формате диалога. Студенты задавали интересующие вопросы. Студенты очень интересно реагируют, потому что одно дело традиционное право, значит, российское право, это естественно, они должны знать, но когда проводишь определенный сравнительный анализ и параллели между обычным правом и действующим правом, они очень оживленно это воспринимают, лучше откладывается в памяти, дает возможность для творческих размышлений.